Депутаты вновь высказывают свои недовольства, что их заседание игнорирует зампред Кабмина Эдиль Байсалов. Сегодня в Жогорку Кенеше фракция «Альянс» заседала совместно с членами депутатской группы «ЭЛДИК». В повестке были вопросы, посвященные решению проблем трудовой миграции. Возмущение депутатов вызвало то, что на обсуждение такой важной темы к ним вновь прислали представители Кабмина на уровне замов профильных ведомств. Хотя, говорят, должны были отчитаться зампред Кабмина, курирующий соцблок Эдиль Байсалов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. Но их не было. Депутаты говорят, что напишут обращение к президенту, чтобы глава государства рассмотрел их ответственность. Причем не только зампред Кабмина и министра, но и посла Кыргызстана в России Гульнары Клары Самат. По мнению парламентариев, глава кыргызстанской дипмиссии в Москве недостаточно работает в решении проблем мигрантов и не содействует оперативному решению и облегчению процедур по законному пребыванию соотечественников в городах России. Миграция очень тяжелая тема. У нас же есть заместитель председателя Кабмина по соцблоку Эдиль Байсалов. С него что-то убудет, если он придет на наше заседание. Нам передали, что это не предусмотрено законом. А то, что наши граждане погибают из-за сложных процедур выезда и въезда, для него не имеет значения. Он же мог прийти на встречу с двумя фракциями и рассказать о проводимой работе. Только вчера мы тут говорили, что у депутатов уже нет веса и к ним не прислушиваются. О сегодняшнем заседании было заявлено еще 10 дней назад. Мы предупреждали, что в режиме онлайн на заседании будут принимать участие наши граждане, находящиеся за рубежом. Были даны списки участников от министерств. Опять же, вот пришли замы, а самих министров нет. Ладно, председатель Кабмина занят, но его заместитель, который курирует социальную сферу, мог бы принять участие. Мне кажется, надо рассмотреть его ответственность. Мы уже 10 дней пытаемся рассмотреть очень важный вопрос, хотим внести свои предложения министру. Я думал, что он находится в Москве, в служебной командировке. Но оказалось, он сейчас на совещании у госсекретаря. Госсекретарь занимается идеологией, а у Кудайбергена Базарбаевича работа по трудоустройству, социальному обеспечению и миграции. Где тут связь? Наше заседание должно быть для него более значимым. Чиновнику следовало бы прийти и выслушать, например, о депутатской инициативе, о переговорах с Госдумой. Министр, который не может отчитаться перед народом, он разве способен защищать права и интересы наших мигрантов? Я считаю, что нет. Я предлагаю так сделать. Давайте направим главе Кабмина Акылбеку Жапарову и президенту Садыру Жапарову совместное представление от двух фракций на предмет рассмотрения соответствия занимаемой должности этих министров. Прекращено уголовное дело в отношении Мухаммедкалы Абылгазиева. Об этом журналистам сообщил сам экс-премьер-министр. По его словам, дело прекратили еще в августе прошлого года, ввиду того, что следствие не нашло в его действиях состава преступления. При этом в ГКНБ и Генпрокуратуре эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. Напомним, Мухаммедкалы Абылгазиев проходил подозреваемым по двум уголовным делам – коррупции и незаконному обогащению. По версии следствия, Абылгазиев бытность премьер-министром необоснованно и в нарушение национального законодательства подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. В результате общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила больше 26 тысяч гектаров, включая несколько ледников и часть территории Сарыташского заповедника. Кроме этого, следствие считало, что Абылгазиев в период нахождения на государственной службе неправомерно увеличил свои активы, вне несколько раз превышающие его официальные доходы. Абылгазиев был задержан и выдворен в СИЗО ГКНБ в январе прошлого года, однако спустя 7 месяцев его выпустили. Бывший глава правительства выплатил 50 миллионов сомов, погасив часть нанесенного ущерба. 42-летняя жительница Нарынской области Назира Абдышакирова после родов путем кесарево сечения подверглась еще нескольким операциям и теперь практически прикована к постели. Женщина сейчас не может нормально ходить и самостоятельно ухаживать за своим новорожденным малышом, потому что после очередной такой неудачной операции ей пришлось установить уже так называемую колостому – отверстие из ободочной кишки для выхода каловых масс. Нурзат Абдышакирова и ее родные считают, что к такому ее состоянию привела ошибка врачей из столичного перинатального центра номер 6, куда она была госпитализирована на плановую операцию – кесарево сечение в начале июня этого года.
Во время хирургической процедуры, по словам роженицы, врачи ей серьезно повредили кишечник, затем достали ребенка и зашили брюшную полость. Вскоре на фоне кровотечения ей в тот же день назначили вторую операцию, в ходе которой вроде бы все исправили. Женщину с малышом через несколько дней даже выписали домой, но и вскоре вновь стало хуже. Ее доставили в 4-ю горбольницу, где провели еще две операции по устранению спаек. Зимой теперь предстоит уже 5-я операция. За все эти процедуры и лечение семья Нурзат Абдышакировой потратила около 200 тысяч сомов. Семья пострадавшей требует, чтобы акушер-гинеколог перинатального центра, совершивший врачебную ошибку, взял на себя ответственность и возместил денежные затраты. Врач сказал, что во время операции случайно порезали часть кишечника. Затем сразу зашили после родов. Они испугались, потому что началось кровотечение. Поэтому и позвали хирурга по имени Алмаз, который был в отпуске. Мы узнали об этом от него. Он прооперировал Назиру и договорился нас перевести в 4-ю горбольницу. Я не могу сходить в туалет. Поставили колостому. 3 месяца я живу в таком состоянии. Не могу нормально взять в руки своего сына. Вот этой ране почти месяц до сих пор не зажила. Я спрашиваю у врачей, почему раны не заживают. Мне объясняют, что упал гемоглобин, давление низкое и в целом организм слабый. Отметим, это уже не первый подобный случай в Бишкеке, когда в результате хирургических родов страдают женщины. Сегодня стало известно, что в перинатальном центре номер 4 еще в январе этого года женщине по имени Назгуль повредили кишечник. Ее выписали домой, но у нее не прекращались боли и высокая температура. Позже в Национальном хирургическом центре ей удалили часть кишечника. Обвиненный в этом врач, по данным правозащитников, настаивает, что никакого ранения кишечника не было, и якобы у Назгуль произошло осложнение после кесарево сечения, которое случается у определенного процента женщин. Сегодня в Минздраве сообщили, для расследования случая Назиры Абдышакировой создана специальная комиссия. По данному случаю было, да, обращение поступило в Министерство здравоохранения. Приказом Министерства здравоохранения была создана комиссия. В настоящее время проводится служебное расследование. В комиссию включены у нас акушер-гинеколог, хирург, независимые вот эксперты, которые могут нам дать заключение по данному случаю. Комиссия выезжала и в 4-ю горбольницу, и в 6-й родильный дом. Собирались с коллективом, с участниками данного случая, объяснительные. И по изучению всех этих документов мы думаем, что дадим ответ уже с принятыми мерами. Сотрудники ГКНБ провели спецоперацию по пресечению деятельности международной наркогруппировки, которая занималась транспортировкой наркотиков в особо крупном размере по маршруту Таджикистан-Кыргызстан. Чекисты отмечают, накануне в Ошской области были задержаны 3 членов этой наркогруппировки. И одним из них оказался член общественного объединения «Эльдик Палата» народного Курултая против коррупции. У задержанных нашли 17 килограммов 192 грамма чарса. В рамках следствия устанавливаются другие члены наркогруппировки. Прикрывались связями в высшем руководстве республики и вымогали деньги. ГКНБ опубликовал оперативное видео задержания 2 подозреваемых в мошенничестве. Как отмечается в сообщении, они, войдя в доверие гражданина России, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте, обещая оказать ему содействие в разрешении его вопросов в правоохранительных органах. Но не исполнив обещание, начали оказывать давление на родственников бизнесмена, угрожая связями с сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. В Бишкеке сносят строение бывшей исправительной колонии номер 47. На ее территории будет возведен многоквартирный комплекс социального жилья. Глава Кабмина Акылбек Джапаров посетил объект. Напомним, ранее основной причиной передислокации колонии номер 47 назвали морально устаревшие строения, не отвечающие современным нормам, предъявляемым к пенитенциарным учреждениям. А также расположение учреждения в густонаселенном районе города, что представляет угрозу общественной безопасности. Акылбеку Джапарову показали несколько проектов комплекса социального жилья, рассчитанного на проживание до 10 тысяч человек. Комплекс построят на территории площадью 8,5 гектаров. Там возведут не только многоквартирные дома, но и общеобразовательные учреждения и детские сады. Ожидается, что строительные работы начнутся в следующем году. К реализации проекта привлекут инвесторов. Если до этого здесь были заключенные от 600 до 700, с теми, кто их охранял, это было около 1000 человек, то сейчас мы планируем на этом месте новый микрорайон построить. Где-то около от 5 до 10 тысяч людей будет жить.
До конца Нового года мы всю инфраструктуру подготовим, здесь все мы выровняем. И надеюсь, что на этой земле будут рождаться дети, ходить в школу, в садики и не будут нарушать закон. Вот с такой идеей наше правительство, те мечты, которые были у нашего президента Садыра Нурхожаевича, чтобы тюрьмы закрывались, а школы, детсады все больше и больше строились, люди не уезжали из нашей страны, первые этапы мы начинаем претворять в жизнь. Это прежде всего безопасность наших горожан, это первое. Второе – это создание условий, это тоже наши граждане. Они, возможно, по каким-то объективным, субъективным причинам нарушили закон. Суд вынес им приговор. Но и после приговора они остаются нашими гражданами. Депутаты требуют провести проверку в столичной школе-гимназии номер 29. По словам парламентариев, если точнее депутата Шарапаткан Маджитовой, к ним поступило обращение родителей, учащихся и учителей. В нем, как отмечается, они пожаловались на то, что директор гимназии со своей супругой, цитата, «устроили в школе семейный бизнес, собирают по несколько тысяч сомов с каждого ребенка в школьные и классные фонды, а также по 15-18 тысяч сомов с каждого выпускника за аттестаты». Конец цитаты. Отметим, начало учебного сезона. Сезон в этой школе сопровождается уже рядом скандалов. Ранее в сети опубликовали фото приказа директора гимназии Бахтияра Кадырова, в котором он запрещает ученикам самовольно создавать группы в WhatsApp и Telegram без участия в них классных руководителей. В интернете этот приказ пользователи раскритиковали. Активисты заявили, что подобный запрет вообще-то противоречит конституции страны. В мэрии прокомментировали возмущение. Вице-мэр Виктория Мозгачева заверила, что никакого запрета на создание школьниками чатов в мессенджерах не может быть. А приказ Кадырова действительно был, но только в прошлом году. Муниципалитет, по словам чиновницы, тогда отреагировал и директор отменил приказ. Мэрия, кстати, объяснила также, почему Бахтияр Кадыров не был уволен в рамках указа президента. Как известно, летом директора школ, которые занимают свои должности более 5 лет, были уволены, а на их места были проведены конкурсы. Несмотря на то, что Кадыров уже долгие годы, в совокупности 25 лет, является директором школы-гимназии номер 29, его эта мера не коснулась. В мэрии говорят, в прошлом году, оказывается, он 3 месяца не был директором, поэтому его отчет занятия должности начинается с декабря 2021 года. Владелец рынка Мадина Турсунтай Салимов прокомментировал заявление Шайлёбека Атазова относительно необходимости релокации этого базара. Рынок, где в основном продаются ткани и швейные принадлежности, отметим, находится в районе пересечения проспекта Чуй и улицы 7 апреля. Парламентарий накануне, напомним, заявил, что возле рынка постоянно образуются автомобильные пробки, в том числе из-за того, что на этой территории есть строения, которые вышли за красную линию. Атазов предложил перенести торговый комплекс из центральной части города, а на его месте разбить сквер и установить детские аттракционы. Бывший депутат Турсунтай Салимов, который является инвестором торгового комплекса, заявляет, что территория, на которой расположен рынок Мадина, является частной собственностью. Но у нас в плане есть построить новый современный рынок. Вот, 78 тысяч квадратных метров. Это там заложено 2 этажа. Автопарковка на 800 машиноместа. 3 этажа торговое место и крыша тоже. Ну, мы идеи, там сейчас архитекторы работают, летние площадки, кафе, детские площадки, все, фонтаны, чтобы люди отдыхали. Это все, она будет работать до 12 часов. Если базар будет работать примерно до 7 часов, она будет до 12 часов, потому что выход туда будет снаружи, лифты, все условия для этого. То, что вот сегодня у нас парковка стоит, со временем мы планируем тоже парковую зону сделать. Хорошая новость для любителей футбола и фанатов отечественной сборной. Через 2 недели в Бишкеке ожидается еще один интересный матч с участием ахшумкаровцев. 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Дулёна Умурзакова дружина Александра Крестинина сыграет товарищеский матч со сборной России. Тренерский штаб российской команды уже объявил расширенный список игроков на эту встречу. В нем 35 футболистов, играющих в РПЛ. А вот легионеров в состав не включили. В список не вошли Александр Головин, играющий за Монако, и Алексей
Емеранчук из Тарина. Как объяснил тренер сборной России Валерий Карпин, в их вызове нет острой необходимости. К тому же они не смогут быстро добраться из расположения своих клубов в сборную и обратно. В стане нашей национальной сборной также поделились ожиданиями от предстоящего товарищеского матча. В частности, главный тренер Александр Крестинин отметил, что несмотря на отсутствие футболистов из Европы в составе России, в ее команде собраны достаточно сильные игроки. Пусть даже некоторые и вызваны впервые, все равно достаточно и опытных исполнителей, добавил Александр Крестинин.